Привет, друзья, с вами Скай, сегодня мы с вами поиграем в игру, что мы называем машинки. И, точнее, продолжим играть в нее. Нам необходимо тут связать некоторые участки с вот этими вот материалами для производства неких других материалов. Для этого нам придется как следует постараться. Еще, наверное, сделать пару транспортных веток. Блин, все, посмотрим, ладно, как получится. Так, давайте в режим строительства переходим. Нам придется здесь разровнять ландшафт. Вот как-то так. Отлично. Где пути? Где станция? Все, прокладываем станцию. Все будет довольно просто. Наверное, здесь. Так, здесь надо тоже станцию проложить. Иначе будет все плохо. А, ну и конечно же стоит проложить станцию здесь. Эх, и теперь развести все это путями. Если здесь сделать... Так. Ну ладно, пускай будет такая. Здесь надо убрать семафор, потому что без него все будет плохо. Здесь соединяем, ставим парочку. Так, куда ты? Отлично. Отлично. Вот так вот сделаем. Будет проезжать у нас поезда по этим линиям. И будет нормально, наверное. Так, сюда. Так, 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 так. Ну, оптимально, скорее всего, будет вот именно вот так выглядеть пути. Для того, чтобы нормально проходили у нас поезда, и мы могли не париться с вот этим вот всем, что тут есть. Так, ладно, сюда. И делаем проезд. Вот так, что ли, как-то. И нормально будет. Ну вот, нормальная же петелька. И отсюда проложить дорогу сюда. Слушайте, довольно просто, нормально получилось. Здесь необходимо сделать просто какие-нибудь ответвления, чтобы они быстренько могли между друг другом перемещаться. Например, вот от этой станции мы могли бы сделать вот сюда. Вот такой вот короткий путь. А здесь он у нас, видимо, пойдет по крайне длинному. Ну да и ладно. Собственно, нормально будет, мне кажется. Так, 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 так. Все, осталось семафорами теперь. Правильно все снабдить, и будет нормально. И будет максимально правильно. Ах, сейчас сделать еще движение. Нормально здесь организовать. Тогда все получится. Все получится, все получится, все получится. Прям идеально, надеюсь. Надеюсь, все получится идеально. Так, тут некоторые семафоры, мне кажется, лишними. Например, тот, который я только что поставил. Вот, вот здесь вот он нафиг не сдался. Здесь поставим, наверное, перед подъемом где-то. Вот так. Хотя неправильно делать. Неправильно, но что поделать. Тут все равно движение поездов будет у нас весьма небольшое. Типа, ну... Ну, типа, ну куда, а? Ну куда вот так вот ставитесь? Все, отлично. Двигаемся дальше, строим дальше нашу поездатую систему. Или как бы ее назвать по-другому, поприличней. Так, ага, ага. А тут как бы, блин. Ай, ладно, пусть будет большой круг, ничего с ним не поделать. И как-нибудь переживем, наверное, мы сей факт. Надеюсь, как-то переживем. Так, посмотрим дальше, что у нас тут происходит. Ага. Ай, блин. Что-то я не подумал. Будет у нас еще веточка, которая будет отводиться вот так вот. Правильнее будет сделать ее, наверное, чтобы он у нас проходил совсем вот, вот по-другому чуть-чуть маршруту. Нет. Да господи, давай сюда и... Ай, ладно, пофигу. Стройся, замечательная наша станция. Прокладываем. Нет, не хочет? Серьезно, он не хочет? А, вот нормально, нормально, оказывается, можно было сделать. Только я опять намудрил немножко с нашей системой путей соединений. Так. Пускай так будет. Действительно, нормально получается, раз. То и... Что за фигня? Что это за хренотень такая получилась? Почему просто... Нет, почему...
Господи, какие пути кривые получаются. Ну да ладно, сейчас быстренько все организуем, все движение сделаем. Эх, осталось немножечко настроить. Че это вы тут так медленно ходите? Баблишко надо зарабатывать. А вы тут еле ползаете. Так, где семафорчики? Со станции пускай будет сразу семафор один. Здесь. Вот здесь. Пускай ездит по такому маршруту. Так, обработку. Угу. Не знаю, надо подумать. Тут слишком много всего надо возить. Срочно просто все требует, чтобы возили. Так, теперь у нас есть задание для. А, какое задание? Необходимо чуть-чуть по-другому сделать расчистка. Нет. Вот я считаю, что нам нужна угольная печь. Пускай будет прямо здесь. И здесь нам тоже понадобится угольная печь для того, чтобы мы могли просто. А у нас и нет металла. Блин. Вот это нам мастерская-то как таковая и не нужна. Я только сейчас допер до этого. Блин. Что делать? Или нужна? Я что-то не понял. Ладно, вот эту сталь будем таскать туда. Как-нибудь надо наладить производство. Где у нас депо? Депо, где ты? Локомотивы. Что у нас покруче всего есть? Так, 50 досок. Самый такой нормальный. К нему прицепим. Будет возить у нас. Сколько угодно? Раз, два, три. 4, 5. 6, 7, 8. Пускай 8 вагонов будет. Не знаю, ему, наверное, будет нормально. Так, ты у нас цепляешь. Закройся. Так где? Где это? Не подлагивай. Все трудно найти. Что у нас тут было? Вот с этой станции ты у нас цепляешься и тащишь этот металл. Металл. Вот сюда три металла. По-моему, все идеально. Все, поехали. Где ты? Поезд. Ты где? Нет, мне не интересует. Так, вот за тобой наблюдать. Ну и чё? И чё? Кто будет стоять? Ну, блин. Ладно, все. Один раз заигнорируй сигнал. Нет? Все, убрали, пускай едет. Потрясающе. Он может там проехать, наверное, всю эту. Ой, блин, какая длинная же у него байда получается. Так, нам еще нужен еще один поезд. Один поезд. Угольная шахта. Склад угля, а он нам нужен. А я вот подумал, а что это у нас тут вот эта вот угольная шахта простаивает? Тоннель, наверное, бы сделать вот отсюда туда и. Или вот на эту. Нормально же будет, нет? Или это не то? Где у нас какие? Скорее всего, надо доставлять вот на эту. Металл получим тогда. А тут мы получаем из трех металлических слиточков, которые производим. Вот здесь мы получаем вот это вот. Нормально будет. Главное сейчас... нет, углем мы, наверное, себя быстро обеспечим. Так, посмотрим, что у нас есть еще, что мы должны построить. Вот прям то, что нам надо. Так, станция готова. Вот отсюда мы сможем добывать уголь. Расширить склад угля, пускай здесь будет. Нет? Ну, стой здесь. Ремонтный цех. Больше угля еще добывать. Да, вот стой на этом уклоне. Наверное, второй конвейер минус полтинник. Вот стой здесь. По-моему, будет нормально. Сейчас еще расширим грузовую. Не знаю, нужна ли нам грузовая. Бункер. Блин, все стоит металла. У нас его почти нету. Ну да и ладно. Так. Где-то было депо. Где ж ты у нас?
депо, локомотивы. Снова придется покупать вот эту вот крутую шнегенцию, которая у нас возит уголь. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Нормально будет. Все, можно закрывать. Так, ты у нас будешь кататься по маршруту. Так, это что у нас? Фигня. Отсюда возить уголь будешь у нас... Куда, 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 где? Вот сюда. Ну, ой, какое депо? Я хотел сказать на старт. На старт! Давай, длиннющий составчик. А если я нажму игнорировать, он просто его протаранит или как? Ух. Давай, все, поехал. Я думаю, ты у нас справишься. Справишься с этой нелегкой задачей. Тут у нас что-то курсирует уже. Тут есть только вторую проложить, чтобы была покороче. Но, блин, даже не знаю. Так, а эту станцию кто у нас ездит? Ага, тут еще можно сделать. Замечательно. Сейчас сделаем еще состав, который будет возить у нас металл. Только металл будет возить он вот сюда. Для этого ему понадобится ехать-то как... Ох, ёперный театр, как ему понадобится ехать. Блин, это нифига нелегко. Все это продумать, блин, проделать. Чтоб наши поезда могли проезжать. Так. Заезжает сюда. И отсюда сделать... Ну, не знаю. Вот такой вот... Да, блин. Да, вот так вот, наверное, придется сделать для того, чтобы... Для того, чтобы наши поезда могли проезжать по этому пути. Господи, что здесь будет происходить? Это ужас. Это лютый ужас. Так, ладно, где там депо у нас было? Сейчас еще один железнодорожный состав пустим, который будет перевозить нам кучу железок. Я просто иначе не знаю, что делать. Железо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Все, отлично. Он будет заполняться у нас и курсировать по маршруту. Где ты, наша ужасная, ужасно неудобная... А, вот. Вот отсюда. Тут он загружается и едет загружаться сюда. Все, на старт. Поехали. Отлично, отлично. Он поехал. Все, в самый раз. Осталось только, если за ним проследить, посмотреть... Так, а ты у нас... Так. А нормально, нормально. Вот как бы, вот это я не знаю, стоит ли нам делать. А все остальное будет, кажется, хорошо. Так, мастерская у нас работает в полном объеме, наверное. Вот это вот сложная прям развязочка. Тут бы как-то разделить их, но мне кажется, да и ладно. Так, сколько ты у нас тащишь? Ух, немало, немало. Немало тащит он на себе. Так, сейчас поезд проезжает, который здесь. Ох, какие развязки. Так, нам еще к тому же нужно... Нужно, наверное, все-таки поставить вот такой вот склад еще бы сделать. Угольный бункер. Ой, нет. А мы сможем? Эх, сколько всего... Вот все стоит прям огромных... Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ты что, развернулся как-то? Нет? Или ты все еще с тем же грузом таскаешься? Ну что за фигня? Если ты таскаешься с тем же грузом, это абсолютно неприемлемо. Это фигня какая-то. Давай, покажи, что ты сгрузишь его сейчас. Нормально будет вообще. Вот просто... Просто мы не будем хотя бы терпеть кучу... Происходит это, нет? Или у нас тут угля не хватает? А, не, нормально, нормально, нормально. Так, с углем у нас зато проблемы. Уголь, ты где? Уголь, ты у нас где-то отсюда должен
Вот прям поблизости. Где-то ходил на состав с углем. Вот этот вот, наверное. А, вот они как ездят у нас. Ух, будет нелегко, мне кажется, все это с логистикой. А вот этот ты поезд что делаешь? Обводную, что ли, строить здесь? Блин. Походу придется. Так, сюда. Да ё-моё. Все, давай, работай нормально, чтобы в объезд можно было проезжать. Давай же. Да, ну ты тебя, что такое-то, вот. Чё сразу-то нельзя так сделать? Так, здесь, 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 здесь. Где у нас убрать этот вот семафор драный? Он нафиг просто не нужен. Да, нормально будет работать, нормально, прям в самый раз. Вот они по обводной будут проезжать и прям топ. Хоть вот так вот еще не делаю из-за зацикливания. Один проехал, второй поехал. Блин, нормально, нормально, нормально. Это все на одном месте у нас постоянный такой затор. Эх, что же сделать, что с этой транспортной нашей магистралями и всем прочим. Как-то не особо получается, у нас есть... Ах, еще уголь есть. Я понял намек. Намек понял. Тык. А тебе уголь тоже нужен, да? Уголь нужен. Уголь возим туда и получаем. Прям зашибись. Ой, сейчас где-то у нас была это. Была депошка, 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 депошка. Постоянно его теряю. Потому что, ну, надо как-то запомнить, где оно у нас расположено. С углем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Все, по-моему, отлично получилось. Теперь надо вот это вот депо связать вот с этим вот вокзальчиком. Запустить поезд. Так, нет, давай-ка последим за ним. Как-нибудь вот так вот, думаю, надо проехаться. Посмотреть, что он из себя представляет. Так, ты уходи куда-нибудь. Куда-нибудь, куда-нибудь просто уйди пока. Пока нормально. Вот, смотрите, какие у нас вот красоты тут, как поезд мчится. Так, по-моему, что-то со скоростью не то. Давайте потихонечку прокатимся, посмотрим, как это... Хренота будет нам помогать. Так, принять... Все, пофигу. Приняли, приняли. Нормально. Так... Временная эпоха, мы должны заплатить. Мы пока ни того, ни другого не можем нормально вложить. Окей. Просто политика, не хочу. 300 досок. Тык. 400! Ой-ой-ой-ой-ой. Ладно, пофиг, если даже у нас ничего не получится, мы все равно можем. Давай, поездочек, катись. Ну, он до 90-то, наверное, не разгонится у нас даже сейчас. Или разгонится с такой-то скоростью. Ох. Вот это пути, конечно. По-дикому, по-дикому. Ох, притормозить пришлось. Заново берем разгон. Еле-еле ползет. Еле-еле ползет. Так. Так, не понял. Это мы где ползем? Так. Ага. И вот он у нас выезжает на эту кольцевую, можно сказать, нашу небольшую дорогу. И поехал заправляться. 90 угля он должен таскать у нас за раз. Так, кстати. А что у нас тут с металлом? У нас должно было быть его... Да, дофига. И я забыл, что я для металла должен был приготовить отдельный состав, который будет таскать только металл. Локомотив, опять ты. Эх, так. Что лучше, вместимость 6. 4, 5, 6, 7, 8. Давайте вот так вот сделаем. Все, убирайся. Маршрут тебе будет дан самый простейший. Где? Да где я потерял ее? Вот с этой станции будешь ездить. Вот на эту. Все, стартуй. Чтобы пока его не потерять, пускай он у нас здесь где-то стоит.
Это что у нас такой круг будет делать? У-у-у. Да. Тогда это точно надолго. Надо как-то сделать. Ну вот сюда. И вот прям по максимально оптимальному маршруту это будет. Нет, по максимально оптимальному говорю. Пускай будет, ну, вот так вот, не знаю. Надеюсь, что нормально будет. Нормально у нас пойдет сюда. Так, сюда главное, чтобы он прошел, и все хорошо будет. Да ё-моё, ставься. Ставься. А почему он тут занят? Закрыт? А, потому что вот не стоит... Ну и все, все, вот, вот нормально, прям в самый раз. Где ты у нас? Ах, вот ты у нас где тащишься. Ага, тут проезжаешь, потом туда будем выпрыгивать, наверное. Посмотрим, посмотрим, давайте посмотрим, как он у нас тащится к месту назначения, которое мы ему построили, в принципе, как перевалочный пункт. Ох, вот так останавливаемся, сгружает. Что у нас это замечательное? Так, нет, мебельная фабрика мне не нужна. Сельхозинструменты, прям в самый раз. Вот, вот то, что надо. Так, запасы продуктов. Не, сельхозинструменты прям оптималочка для нас на данном этапе. Он что у нас, бревна заготавливает? И куда нам эти бревна таскать? Я что-то не понял немного. Так, ладно. Вот она у нас переработкой занимается. Вроде все более-менее сейчас обустроили. Ох, гребаный металл. Прям уже не хочу его знать весь. Так, может тут еще до жителей куда-нибудь дальние маршруты организовать? Вот литейка. Тоже дофига будет жрать. Ну, вот так вот есть только организовать. Прямую с одной стороны в одну сторону будут кататься. Хм. А давайте-ка по-быстренькому займемся производством данных. Так, я понял. Ну, тут вот так придется сделать, видимо. Давайте строим вот такую вот отличную станцию. Тут у нас должны быть большие, поскольку у нас, ну, как минимум, не маленькие тут рядом производство планируется. Так что будем... делать разные ветки, наверное, с этими линиями. Так. Пассажирка будет в эту же входить линию. Ты у нас еще как-то... ты не хочешь идти у нас нормально, да? Ну, заставим. Заставим. Так, давайте вот так вот сделаем. Эти все равно как-то должны будут вот так вот на заезд заходить. Так, сюда. Вот, вот по краю, по краю самому. Где у нас выровнять землю можно? Оп. И отлично, отлично, отлично. И теперь вот такое вот кольцо. Осталось понять, откуда у нас сюда состав должен заползти. Изначально, наверное. Так, куда он изначально у нас приползет? Я-то подумаю, что он вот... Да что ж ты будешь делать? На склоне нельзя строить. Да, тогда все, оставайся здесь. Сейчас мы... вот так вот сделаем. Мы сможем же. Так. Почему просто нельзя прямой путь сюда сделать? Ну, давай так пусть будет. Что ж мне еще остается-то делать? Убрать лишнее все, поставить пару семафорчиков прям по пути следования. Отсюда как-то придется сделать. Еще одно, чтобы он у нас вот как-то вот так вот мог заходить. Блин, тяжелая работа. Блэд. Угу. Отлично получилось. Вот, вот только это так вот надо было реализовывать. Так.
Главное, чтобы туда ничего лишнего у нас не свернуло. А то будет, ну, не очень хорошо. Не очень хорошо. Так, здесь все есть уже. Здесь у нас прям все как надо. Главное теперь поставить просто семафорчики, чтобы они у нас как-то между собой пересекались более-менее нормально. Все эти линии. Так, отсюда приползли. Опять ошибка у меня. Так. Наверное, все-таки это надо делать вот не так, как я это сейчас сделал. И не так. Как-то надо это по-другому. Ну, вот пускай будет вот так. Вот я не знаю еще пути у них. Никакого не знаю. Пути по-другому, как их сделать. Вот, вот чтобы у нас вот так вот и тут. Так. А ну вот так стройся. Гадская хренотень. Эй-эй-эй. Сейчас поезд поедет, и что я буду делать с ним, когда он вот так вот у нас войдет в какую-то из конструкций. Блин, слишком часто ставлю, ну да ладно. Так, здесь будем притормаживать их. Нормально получится. Тут на этих этапах часто тоже не надо их. Пускай они свободно маневрируют тут как хотят. Вот так. Ну вот, по-моему, идеально, почти идеально получилось. Тут ничем, наверное, не будем пользоваться. Пока что. Пока что у нас тут с транспортом проблемы, поэтому надо еще как-то сделать возвратный канал сюда. Вот до этой вот фигни как-то прокладывать тут. А, как это сложно сейчас все будет в реализации. Так, локомотив. Кстати, а может мы можем что-то получить тут, например, соточку, две соточки вложить. И как бы получше станет, наверное, с транспортом. Нет? Не стало? Я ошибся? Я ошибся, сменив технологическое... А, не, нормально. Ох, господи, он сколько требует-то, а? Двадцатку железа, еще и 400 этим. Затраты... А, затраты только деньги. Хм. Длина еще короткая, к тому же. Ну, не знаю, ладно. Я лучше пока построю... Вот прям нам знакомый, хорошо знакомый нам. Железки надо. Железки таскать. И 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ага, сейчас. Построил. Дерева-то нету? Мудака, кусок. Где там? У нас лесопилка есть. Надо теперь придумать. Придумать, какую хренотень бы, чтобы он возил у нас, блин, завод как неудачно построился. Вот сюда надо доски таскать. А ты у нас вон досками занимаешься. Где ты там? Ну-ка, депо. Депо открывайся. Вагоны. Нам нужны нормальные вагоны. Как бы вот это вот поотцепляем. В самый раз, по-моему, нормально. Маршрут ему сейчас придадим. Прям вот один из самых нужных нам. Здесь грузишься, здесь разгружаешься. И никого не паришь с собой. Дальше с вагонами мы как-нибудь разберемся. Полтинничок стоит, блин, жрет еще уголь. Куй. Ну, блин, чё, ребят, давайте, нормально, газуйте уже. Вот какая паровая хренотень. Эх, надо будет все поезда обновлять. А то у нас... Давайте посмотрим, что с нас тут потребуют. 200 железа у нас нету, 500 угля, да как нефиг делать. 500 досок нету и еще и нефть. Нефть, где бы ее брать? Ой, у нас проблем есть небольшой. Давайте увеличим нашу станцию. Еще ее надо как-то прокачать. Так, зал ожидания у нас на, так имеется. Бистро, сотку досок, где я их возьму. Склад не могу. Вышку тоже не могу. Ничего пока не могу. Ребят, сорян, станцию хотя бы расширил. Так что не переживайте, как-нибудь будем тут справляться. Тут что у нас есть? Фух. Станция слишком мелкая, как мне кажется. Необходимо просто увеличить ее размер. Тогда будет попроще.
Да, у нас пока более-менее все еще нормально. Тут станции, блин, на все увеличивать. Просто я не знаю, что делать. Что это значит? Апгрейд? Как это понять? Что за апгрейд у нас появился путей железнодорожных? На электрифицированный или что? Ну-ка, давай посмотрим. Оп. Оп. Обновились. Ну, неплохо, наверное. Давайте пути будем пока обновлять. Может, меньше шатать будет по новым путям. Ну, пока деньги, ладно, есть. Можно потратить их все. Пущай будет лучшие дороги. По крайней мере, не на взятки просрали бабло. Так, тут пока нечего, да, апгрейдить? Зато тут есть чего проапгрейдить. Так, отлично. Че, я всеми этими мелкими отрезками буду, что ли, апгрейды давать? Такими коротенькими этими. А что, нельзя нормальные сразу? Вот прям большой полосой поменять. Вот тут вот декон может. Или какими я строил, такими он и меняет. Да блин. Задолбаешься тут бабло вкладывать в этот бесперспективный отрезок, участок этих гребаных рельс. Сколько я уже навкладывал? Так, обновляем рельсы. Они только, по-моему, поросли нормально. Так, тут еще кусок надо заменить рельс. Ладно, хоть это на ходу можно сделать. А то, представьте себе, тут еще все движение было бы надо перекрыть, перегородить. Так, тут обновленная часть, а тут нет. Тут опять не обновленная, и тут не обновленная. А, тут еще мелкие кусочки остались. Все, мы все обновили. У нас не осталось просто каких-то затерянных в прошлом станций. Станции путей. Не знаю, что они дадут. Так, строим их так. Обновлять уже не надо. Ну, все, вроде, раз у нас круче стали пути. И чем они различаются, я что-то не понял. Так, ладно. Надо подумать, надо подумать. О моей компании мне тут ничего не интересует. Так. Рельсы? Что это за фигня? Ну, блин. Давайте построим здесь. А, это офис компании? А что он даст нам? Баланс? Ну, как бы... А что он дает-то? Я не помню. Офис компании. Вот это вот туалетик, домик, сарайка... Точнее, курятник. Что это за фигня? Давайте дорогу-то проложим. Еще вот так вот сделаем, чтобы прям... Ага. Пути нельзя пересекать, оказывается. А, это только на повороте нельзя. То есть мы в теории можем вот так вот сделать. О, прикольно. Прикольно. Так, мостами мы еще не занимались, тоннелями тоже, блин, сколько всего надо, чтобы эта фиготень процветала, еще столько возни с металлом будет. Мне на пару поездов еще пустить новеньких. Так, локомотивы. Вы жрете слишком много. Вам сюда эти пойдут в самый раз. Так, гребаные вагоны. 4 есть. Так, вот это вот все мы должны запустить по маршруту. Так. Добавляйся точка. Ты первая, это у нас... Вторая точка будет. Отлично. Мы можем как-то... Все, поехал, 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 поехал. Так. Дальше нам нужен еще локомотив. Точно такой же, только с... Что, не получилось? У нас нету столько ресурсов.
Что ж ты будешь делать? Ладно, поставим маленький. А, у нас и столько нету. Я понял, за деньги будут у нас вот такие тогда. Вот эти вот фиготеньки будем возить малыми силами на какой-нибудь вот такой вот заводик. Стартуйте, господа, стартуйте. Тут друг за дружкой вы будете, видимо, летать. Эх, а там пассажироперевозки-то еще не обновились никакие, не? Второй класс, ну, типа, не очень круто. Какие-нибудь люкс-вагончики бы купить, и пускай они катаются. Так, что у нас тут есть? Нефтепродукты таскать. Так, с угольной шахты у нас будут возить сейчас. Что нам еще надо? Вот эти соединить бы два, и было бы офигенно. Ну, блин. Так, где тут ресурсы взять? 4, 7, ну типа из этого много не наделаем. Ресурсов и так не хватает. Ах. Блин, сколько всего надо? Так, нет, не хочу я новый локомотив тоже строить. Как я его должен? Так. Разрушенная церковь города Калуга. Нет, спасибо, не буду я калужанам... А я, в общем, никому не буду пока ничего строить нового. Обойдутся. Так, а где депо? Я потерял депо. Может, у него, кстати, расширение есть какие-нибудь? Крутые расширения. Производственная линия. Че, надоед, кстати? Вагоны? Есть одна такая штучка среди вагонов. Отлично. Доходы увеличивает. Ну ладно, пока без из-за этого проживем. А тут к ней нет, не нужны пути. Ну, в принципе, отлично. Пускай у нас будет депо. Депо здесь. И. А что мы в нем можем производить? Не, я что-то не понимаю. Чё мы в этом гребаном депо, в этом производственной линии можем сделать? Затраты уменьшить или что? Вот это цены. А, вот эту хрен тебе можем произвести. Эх, надо где-то высокоскоростную линию строить. Ладно, ребят, спасибо, что смотрели. Спасибо, что смотрели за развитием этой гребной транспортной империи. Спасибо, что заходите на канал, ставите лайки, подписывайтесь. Будем потихонечку с вами развивать дальше все эти поездатые линии. Вместимости склада у нас тут нарушаются постоянно. Надо что-то делать, но я не знаю, что делать с этим. Тут пускай как-то все это пытается пусть существовать самостоятельно. А мы с вами прощаемся, до новых встреч, увидимся в следующей серии какой-либо игрушки. До новых встреч и всем пока.